Ученые Казанского федерального университета разработали инновационный противоэпилептический препарат КФУ-06, который отличается высокой безопасностью, так как количество побочных эффектов и токсичность существенно ниже своих аналогов. КФУ-06 – это инновационный противоэпилептический препарат, который отличается высокой безопасностью. Нами он создан в виде таблеток для приема внутрь. Из преимуществ этого препарата стоит подчеркнуть его высокую активность, которая не уступает современным аналогам. История разработки КФУ-06 началась в 2007 году. Изначально этот препарат был не противоэпилептический, а ноотропный, который помогает улучшить внимание и концентрацию. Все начиналось с того, что в наших лабораториях мы планировали разработать аналог уже существующего ноотропного препарата перитинола. Ноотропные препараты – это класс препаратов, которые улучшают когнитивные свойства и работоспособность головного мозга. Перитинол – это препарат, который сейчас продается и в России, и в Европе, его можно найти в аптеках. Он является, как и КФУ-06, также производным витамина В6, пиридоксина. В ходе исследования выяснилось, что синтезируемое вещество имеет не только ноотропные свойства, но и противосудорожные. В ходе исследований ноотропных свойств синтезированного нами вещества нашими коллегами с кафедры физиологии человека и животных было обнаружено также его противосудорожные свойства. Но когда мы наработали существенную партию для полноценных исследований, мы провели глубокую очистку препарата и выяснилось, что без примесей это вещество перестает работать как противосудорожное. И вывод был только один, то что с противосудорожным эффектом обладает какая-то примесь. И начались поиски этой примеси. Они длились около года, в результате чего было найдено вещество, которое и стало препаратом КФУ-06. Разрабатывая КФУ-06, ученые тестировали лекарственное средство в пробирках, а также проводились доклинические исследования на животных. Противосудорожные эффекты препарата исследовались как на инвитро моделях, то есть это буквально в пробирке. На различных ферментах, на различных срезах тканей. Вот так исследовались на животных, то есть уже непосредственно на мышах и крысах. У них либо электрошоком, либо химически вызывали судороги, и исследовалось, насколько наш препарат защищает от наступления судорог. Препарат КФУ-06 получил признание российских и международных экспертов, став финалистом престижных национальных конкурсов. Эльвира Зорина, Фарид Захитоглы, Универньюз.